Среди более 2000 участников – руководители высших органов власти и субъектов стран, в их числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Рабочая программа главы Кубани в Беларуси началась с раннего утра. Руководитель края принял участие в заседании под председательством спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. По ее словам, одна из приоритетных задач для глав регионов сегодня – это развитие экономических и социальных связей с соседней республикой. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что вопросом взаимодействия с Беларусью на Кубани уделяется особое внимание. У нашего региона схожа структура экономики и также развит агропромышленный комплекс. В нашем крае, как и в республике, ставку делают на переработку. На территории Кубани работают 9 российско-белорусских компаний. Это и производство мебели, а также оптовая торговля парфюмерией, медицинскими препаратами и косметикой. Продукцию, произведенную в крае, активно экспортируют в соседнюю республику. Так, товарооборот Кубани с Беларусью за полгода составил более 170 миллионов долларов.